Всем привет, с вами Ольга, и сегодня будет обзор по ссылочке с сайта SoFeel. Я уже не выдержала, открыла верхушку посмотреть, потому что не могла догадаться, что это. Я думаю, я вроде ничего не жду. Я уже забыла, потому что шла она, ну, наверное, где-то месяц ко мне. Вот. Когда я открыла, я поняла, что это, и внутри я увидела вот такую начинку. Дальше я пока не открывала, и сейчас вот как раз будем с вами смотреть и все разбирать. Для удобства, чтобы было все детально, потому что там будут маленькие элементы. Мы с вами перейдем. В общем, я уйду из кадра и оставлю в кадре только коробку и руки. Вот, чтобы все можно было детально рассмотреть. Приятного просмотра. И вот в такой картонной коробочке пришла моя посылка. Видите, хорошо, что коробочка картонная, потому что вот здесь вот заметны вмятины. То есть, ну, немножечко все-таки она пострадала. Если бы это был пакет, то, наверное, наполнению было бы не сладко. Внутри воздушный такой пакетик для заполнения пустого пространства. Так, здесь, видите, здесь пупырышки такие и коробочка. Вот такая коробочка, перетянутая бантиком, такая мягенькая, приятная, класс. Упакована очень здорово, прямо супер. Потом такая есть тряпочка, мешочек. Вот такой подарочный пакетик еще у нас присутствует в коробочке. И есть еще вот такой сертификат, который подтверждает, что все изделия действительно выполнены из серебра. Так. Ну и теперь давайте будем смотреть, что же у нас здесь. Самое интересное. Давайте положу мешочек. Положу вот так вот пакетик. Вот. И будем открывать. Так. Такая коробочка. Коробочка очень классная. Я даже знаю, у меня ее дочка, наверное, прямо сразу отожмет. И вот здесь лежит все, что я заказала. Так. Я достала вот все из коробочки, все положила, чтобы было видно, что все индивидуально упаковано, на всем есть штрих-код. И сейчас будем по очереди рассматривать. И начну давайте вот с такого сердечка. Выполнено оно как бокс, то есть там внутри есть пустое пространство, в которое можно положить дополнительные украшения. Сердечко это можно носить, я так подозреваю, и одной, и второй стороной. То есть, видите, здесь будут стразики, а если мы его перевернем, то будет просто серебряное. И вот тут вот как раз можно заметить петли. Есть возможность вот настолько приоткрыть сердечко, и этого достаточно, чтобы поместить внутрь наши мини-шармы. У меня набор из двух мини-шармов. Вот первый такой вот миленький мишка с сердечком. И видите, там он как бы спокойно вот так вот может перемещаться. Места внутри еще достаточно. То есть туда еще можно положить второй мини-шарм или купить другой набор. Там есть побольше, три штучки сразу. И также вот такие коробочки я вот выбрала в форме сердечка, они еще есть такие кругленькие. И вот я добавила к своему медведю еще вот такую корону. И обратите внимание, как выглядят с другой стороны. То есть вот эти вот мини-шармики, они тоже промаркированы, и на них тоже стоит 925-я проба. Еще я выбрала вот такой браслет. Браслет для шармов. И здесь идет вот такая застежка. Застежка оказалась тугая, очень тугая. Тяжело мне было с ней совладать. И на помощь мне пришла вот такая чудо-вещь, которой обычно поддвигают кутикулу. И вот именно с ее помощью мне и удалось открыть этот браслет. Здесь вот видите, тоже надпись идет SoFeel.
на застежечке. Браслетик этот приятный, такой увесистый, тяжеленький. И к нему я выбрала скромненький вот такой шарм. Мало того, что эта коробочка просто изумительно выглядит, так она оказывается еще и непростая. В ней есть сюрприз, и заключается он в том, что коробочку можно открыть. И тогда мы увидим вот такую красоту. Внутри тоже есть бабочка, также она выполнена очень аккуратно. И вот здесь, вот смотрите, на крышечке есть надпись «Love». Очень здорово, прям, я не знаю, я в восторге. И сердечко это закрывается плотно до щелчка, вот так. И если его перевернуть, то на нижней части можно также увидеть пробу. И последний шармик, который у меня остался, это вот такой дельфинчик. Здесь тоже есть проба, вот она выбита, 925-я. А с другой стороны можем увидеть надпись фирмы. И вот так вот выглядит браслет с одним шармиком. По-моему, очень нежно, очень мило, мне нравится. Действительно классно. Браслет я взяла 18 сантиметров. Ну, конечно, он так с руки не падает, но если с учетом того, что я планирую сюда еще подкупить другие варианты, то, я думаю, будет нормально, потому что, видите, они все-таки такие объемные и занимают много места. Дельфинчик и сердечко вместе мне не особо, честно говоря, ну вот именно в паре понравились. Так они отдельно мило очень смотрятся, очень здорово. Но вместе носить не буду. Лучше подкуплю сюда на одну тематику, ну и к дельфинчику, может быть, что-нибудь на тему путешествия. И вот так вот выглядит на шее сердечко с двумя шармами. По-моему, здорово. Мне очень-очень нравится. Я прям довольна. И на сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо большое за внимание. Я действительно осталась безумно довольна вот этой посылкой. Просто невероятно. Сижу вот так вот весь день, перекатываю этот бедный один шармик по браслету. В общем-то, под видео в инфобоксе я оставляю промокод на скидку 15%. Действовать он будет месяц, то есть до 27 октября. И сама я продолжу тоже вот это вот собирать. Планирую еще заказать несколько шармиков. Оказывается, это очень-очень увлекательное занятие. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.